Ребята, всем привет! Мы в настоящем Бравле, и кто же это на у нас вот здесь, вот, на экранчике? Это Мортис на 25-м ранге, 788 кубков. Надеюсь, я в этой серии апну его на 26-й ранг. Джеки опять. Сейчас я, конечно, буду иногда закрывать микрофон, потому что мне так неудобно будет играть, если я не буду закрывать микрофон. Так, все хорошо пока что. Я сильно говорить в катке не буду, наверное. Все, что буду вырезать. Ну, если что, я играю с рандомами. Апаемся только с рандомами, кайф. Мне это нравится. Прям очень. Прямо. Самый жесткий трикшот. А, у них фэнк. Тогда остался один гол. Я обычно не люблю во время катки много говорить, потому что мне неудобно, особенно важные катки говорить. В важных катках. О, успел добить. Фух. Хорошо. Выбиваем. Нет, я тупо. Что за тупость? Да. Мне все равно плюс не дадут уже. Я могу даже не играть, у меня вылетело. Мне, если что, плюс не дадут. Потому что Supercell самая честная компания. Самая честная в мире. Ну, мне ничего не дадут сейчас вообще. А, нет, дали 8 кубков. Последняя катка. Хорошо, что мне дали кубки. Последняя катка реально осталась. Ювал. Что-то знакомое. Да, это... А, понял. Это хороший чел. Квест, что... 27-й ранг, ё-моё. Со мной попался Лёша, у которого 27-й почти. 26-го ранга. Не уверен, что мы его выиграем, потому что нам кинул тьму. А я играю с рандомами, с двумя. Просто какая-то хрень. А, они все в одном углу. Могутся, конечно. Она просто ульту. Профукала. Вроде. Почему у меня ульта не кидает? Я нажимаю не на тычку, я нажимаю на ульту. У меня ульта не дается. Дается тычка, которая мне нафиг не нужна. Фух. Конечно, я сильно на морде жестко не умею играть, но нормально могу сделать, если что, попытаться минус 3. Да ё-моё. Нет, я думал, я смогу сделать. Я же... Вот... Единственный минус Мортиса, то что когда ты забиваешь гол, хочешь делать все идеально, просто 26-й ранг. Легчайший 26-й ранг. Мой первый 26-й ранг. Первый 26-й. Мне кажется, за такое можно и поставить лайк, и подписаться, потому что я старался. Я сейчас сколько? Сейчас... уже 4 часа в дня. Я играл на протяжении всего дня. Я час играл. Сейчас я покажу свои бои. Последние 3 победы. Даже 4. Перед этим поражение. Сейчас, подождите. Сначала я играл в ШД 2 часа назад. А, нет, это не то. 2 часа назад у меня был такой такой тильт. В ШД у меня вообще ничего не получалось. Я слил там 20 кубков. Потом решил в Роболе поиграть. Точнее, захват кристалла, сыграть каточку. У меня получилось. Начал играть в Роболе. 5 побед подряд. Потом поражение. И опять 4 победы. То есть у меня было всего одно поражение. Ну, вот так вот жестко я пусть. Кстати, что это еще? А, ладно. 11. Это да, это жестко. Ещё. В общем, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Подпишитесь на канал.
Трикшоты, кстати, будут скоро. Я не знаю, когда, но будут. В общем, всем удачи, всем пока. Поставьте лайк, подпишитесь. Кто не подпишется, тот гей.